сорт острого перца Тринидад Суньяс Скорпион. Переводится как Тринидад Восходящий Скорпион. Такое название он получил, потому что его стрючки, когда растут, поднимаются, сказать, посмотреть, вверх. Они все растут вверх. Потом они со временем от веса опускаются. Этот сорт относится к виду Capsicum chinensis. Это довольно острый сорт. Острота такого сорта от 700 до 800 тысяч по шкале Сковилла. Очень и очень острый. Этот сорт родом из Тринидада. Этот сорт является очень продуктивным. У него очень и очень большое количество плодов. Такие вот даже вот у меня есть маленький кустик. И он тоже весь усыпан плодами. Сорт так называется, потому что все его плоды направлены вверх, лицом вверх, как бы направлению к солнцу. Потому сорт получил название «Восходящий к солнцу». Высота растения может достигать от 30 сантиметров, у меня он вообще маленький, до 1,5 метра. Полтора метра – это уже когда растение 2-3-летней годовалости. А маленькие растения могут самое больше достигать до 70 сантиметров на первом году жизни. А там уже со временем они будут расти все выше и выше. Вкус плодов цветочно-фруктовый, очень приятный. Плоды созревают от зеленого, вот один есть с такой, от зеленого до оранжевого и потом до красного цвета. Этот сорт можно выращивать как на подоконнике, так и в открытом грунте. Он дает очень-очень большое количество плодов. Очень продуктивный сорт. Я советую такой сорт выращивать у себя. Очень маленький кустик, но с очень большим количеством плодов. Кустики могут быть разной высоты. Все зависит, какое количество в вашем горшке будет земли. Я советую вам выращивать этот сорт. Высота кустика будет зависеть от того, на сколько литров у вас горшок. Чем больше горшок, соответственно, тем куст будет выше. Он довольно имеет довольно толстый ствол. Вот видите, от земли до развилки сантиметров 17, наверное, 18. Вот такое вот количество плодов. Часть плодов я уже снял. Вот я его обрезал. В необрезанном состоянии. Он был очень-очень пышный, очень большой. Вот такой вот красотец. Так что советую выращивать такой сорт у себя дома.